Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании попечительского совета баскетбольного клуба «Самара». Один из старейших клубов региона вырос в развитую структуру, которая включает все уровни детского, юношеского, молодежного и взрослого баскетбола. Основная команда играет в Суперлиге. Глава региона обсудил с членами попечительского совета ряд текущих вопросов, связанных с организацией работы клуба и взаимодействием со спонсорами.